Внимание! На станцию проклятого Майнкрафта прибывает электропоезд со станции Гастарбайтеровная. Нормально! Ну где там они уже? Ой, здравствуйте, мистер Гастарбайтеры, приветствую, проходите, не стесняйтесь, приветствую, добро пожаловать на станцию проклятого Майнкрафта, проходите, располагайтесь, так, все слезли, работаем много, быстренько. Итак, уважаемые гастарбайтеры, не понял, ты что меня толкаешь, уйди отсюда, так вот, вы попали на станцию проклятого Майнкрафта, здесь мы будем делать поезд из пош... Но для того, чтобы сделать поезд из паштетов, нам потребуется сделать поводки. Ну, чтобы соединить наши вагоны, наших паштетов, нам потребуются поводки. А для поводков нам потребуется что? Что? Нам потребуются слизни, гастарбайтеры, вы мои, молодцы. А для того... Да, кстати, лайки тоже потребуются, спасибо. Ой, какие хорошие гастарбайтеры, спасибо большое. А для слизней нам нужно сделать слизни-ферму. Я уже нашел слизничанг, и мы сегодня будем делать ферму слизней. Что стоим-то? За работу? Эй! В смысле? Подождите, не понял, куда это вы пошли? А вы думаете, я пойду за вами? Или как? Нет, вы чё? Я ходить пешком? То есть вообще, вот бог проклятого Майнкрафта, я буду ходить вместе с вами пешочком. Вот, то есть вы реально хотите, чтобы я своими ногами передвигался по Майнкрафту, да, по проклятому? Не, ну это наглёж. Ребят, ну напишите в комментах, если согласны со мной, это реально какой-то наглёж. Так, где там мой паштет? Ты, иди сюда, так. Держи тебе, у меня есть один поводочек, держи. Прицепляй меня. Я никуда не пойду, потому что я поеду! Все, везите меня, пошлите, вперед, быстренько. Давай, завози меня, я еще не в портале, меня в портал, пожалуйста, можно? Спасибо. Эх, обожаю проклятый Майнкрафт, обожаю, когда приезжают гастарбайтеры. Не туда, да, на лестницу, вон, на зелененькую, да, спасибо. Обожаю, когда приезжают гастарбайтеры, меня вот везут, я ничего не делаю. Ой, не жизнь, а просто сказка. А музычку подрубите нормальную какую-нибудь, чтобы, ну, чисто было это, неплохо так. Вы только меня на сцену не завозите, мне там не нравится, мне там некомфортно, если я там чувствую некомфортно. Нормально. И ты пердёшь. Нормально. Всё, поехали, оставляем их здесь. Да, пацаны, пока я поехал. Мы уже почти приехали. Так, меня вот здесь, пожалуйста, припаркуйте, остановите меня, спасибо. Ага, так, все, спасибо. Итак, гастарбайтеры, все за мной, я сейчас вам кое-что покажу. Знаете ли вы, что это такое? Нет. Ну, кто бы мог, в принципе, подумать. Да, это гроб. Это, знаете, это как это называется? Ну, когда вот это, как оно называется? Это братская могила для гастарбайтеров. Это если вы себя плохо вести будете, я вас вот туда вот сюда вот засуну. На самом деле, это пирамида для маяка. Я не просто так его сюда перенес. Если мы нажмем на F3 плюс G... You know, I'm know English very well. How job do you do? Yes, gastarbeiters. Ага, come up. Ставьте лайки, быстро лайки. How в жопу do you do? Ставьте лайки, yes, come up, ага, yeah. Короче, если мы нажмем эту комбинацию клавиш, то у нас будет разделение по чанкам. И в этом чанке, я посмотрел на одном сайте, в этом чанке спавнятся слизни. И чтобы эти слизни спавнились, нам с вами нужно выкопать весь этот чанк. Нам нужно прокопать огромную дырень. Поэтому прямо сейчас берем из сундучка кирочки. Это палочки, это назритовые кирки, если что. Если у вас есть уровень, быренько зачаруем эти кирочки на какой-нибудь там уровень, неважно. А ты, у нас с тобой еще есть дела, поехали. Так, все, мистер Гастарбайтер, везите меня к ферме пельменей, я не понял, а ты что стоишь? Давай на работу, копай чанг, быстренько. О, возвращаются, все, быстренько, все копаем, а ты давай, активнее, вези меня. Мы прямо сейчас едем к старому маяку, помните, я уже делал в проклятом Майнкрафте маяк, но как бы, маяк-то, пирамиду-то я сделал там, а маяка-то нету. Этот маяк нам нужен для того, чтобы мы быстрее копали этот чанг. Мы туда поставим спешку 2, и мы будем копать просто как ненормальные гастарбайтеры. Ну, точнее, не мы копать будем, а они копать будут, а я просто буду здесь смотреть. Здравствуйте, паштеты, здравствуйте, летающий паштет, спасибо. Так, мы почти уже приехали, спасибо, ага. Вот он тот самый маяк, это самый первый маяк, который я сделал в проклятом Майнкрафте. И, в принципе, единственный, потому что больше маяков я не делал. Господи, давайте просто посмотрим на
это, и... Это просто шикарно. Это просто шикарно. Так, 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 я не понял, а ты что тут стоишь? Что стоишь, бездельничаешь? Он даже с паштетом уже разговариваешь. Так, заводи там мотор, сейчас уже поедем. Так, скапываем этот маяк и относим его к остальным гастарбайтерам. Опа, все, поехали, 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 вези меня. Ой, хороша жизнь, как бы, короля. Мне нравится, мне нравится. Меня везут куда-то. И музычку, музычку, музычку. Так, гастарбайтеры, кто-нибудь музычку подрубите, я не понял. Тут проезжаю, музыки нету. Вот тебе песенка, подруби музло, подруби музло. Навали чисто, чтобы, ну, нормально было. Вон туда вот, навали, навали. Сей момент. Не сей момент, а клей момент. Нормально, нормально, все, поехали дальше, поехали, нормально. Е-е. Кто не поставит лайк, тот лох. Кто не поставит лайк, тот лох. Е-е, кому? Ага. Все, выруби, выруби, выруби. Мне не нравится, мне уже не нравится, выруби. Я не понял, ты там скорая или нет? Вырубай шарманку! Что там у нас, работа продвигается? Нормально, нормально, копают, копают. Так, давай, ты тоже присоединяйся, я пока тут сверху постою, посмотрю. Давай, 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 давай. Ага. А мы пока установим маячок. Опа, 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 прямо вот сюда вот, впиндорим на крышу. Теперь самое главное, активировать здесь спешку. Вот, спешка 2, отлично, и засовываем сюда один алмазик. Готово. Все, есть, сейчас будет побыстрее начнется. Давайте, давайте, активнее, 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 активнее. Нормально, нормально. Процесс пошел, процесс пошел. Ребята, ну пока процесс идет, хочу вам сказать, что ставьте лайки, потому что если вы не поставите лайк, то вы не поставите лайк, а если вы поставите лайк, то вы поставите лайк. Согласны, согласны, гастарбайтеры? Вот, гастарбайтеры согласны. Yes, yes, это они умные, они умные. А если они умные, значит ставьте лайк. Вот как бы да. Что такое? Что не работаем? Не понял, не понял, мистер гастарбайтер. Начальника. Мы все. Нифига, блин, вы что, все выкопали? Так, ну все, вези меня вниз. Я все сейчас посмотрю. Только осторожнее меня вези. Я хрупкая принцесса на паштете. Я паштетная принцесса. Давай, 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 активнее, активнее, активнее. Здравствуйте, здравствуйте, гастарбайтеры, молодцы, вы хорошо поработали. Так, ну, давайте-ка посмотрим, что вы тут сделали. Ну, в целом, неплохо, неплохо. Так, теперь все внизу осветите, а вон, вон там вот на высоте сделайте крышу. Быстренько, быстренько, за дело, за работу. Песля, тварь появилась, тварь! Помогите! Убивают! Начальнику убивают! Убейте их, бейте их! Фух, все работает! Все значит работает! Теперь у нас будет... О, минус гастарбайтера, кстати. Теперь у нас будет много слизней, и мы наконец-то сможем сделать поезд с паштетом. Убейте их! Убейте их всех! Убейте их! Ты тварь, ты что, на меня напал? Давайте, мочите этих маленьких сундучков. Давайте, мочите их. Молодцы, 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 молодцы. Построились, построились. Ну что, господа работяги, товарищи. Так, не понял там, давайте все это встаньте, ага. Мы с вами сегодня хорошо поработали и сделали слизни ферму. Ее, конечно, можно еще автоматизировать, чтобы это все автоматически получалось. Не понял, кто там еще бежит? А, понятно, понятно. Прогульщик, да, прогульщик и бежит. Ну что я могу сказать? Молодцы. А теперь, ну, ваша награда. Я же все-таки вас не просто так позвал, да? Вот. Пока. Go dummy, go beast on 'em. I go beast. Go deep, I OD on 'em. Apply pressure, put heat on 'em. Put that zero degrees on 'em. 500 degrees. Go dummy, go beast on 'em. I go beast. Go deep, I OD on 'em. Apply pressure, put heat on 'em. Put that zero degrees on 'em. Countdown level.
levitate. Going up, elevate. Watch me demonstrate. On time, never late. I grind, celebrate. No pump fake, hesitate. I've been scoring every day. Champagne Perrier. Since 9-3, been in the box. Now stepping up to home. Like straight.